Так, ну, во-первых, добрый день, уважаемые коллеги. Я так не случайно обращаюсь, потому что профессия наша такая, что она вообще профессия почти основная для всех здесь присутствующих, потому что все папы, мамы, бабушки и дедушки – это вторая профессия любого человека, а для них она вообще первая. Она невеликая, может быть, но она очень важная, потому что сегодня транслировать на детей культуру чрезвычайно сложно, настолько все изменилось, это правда сложно. Но с другой стороны, я глубоко убежден, может быть, это чисто профессиональное, убежден в том, что педагогика в стране важнее, чем экономика. Это, может быть, парадоксально звучит, но, знаете, в 1914 году замечательный русский поэт Осип Ильич Мандельштам написал: «Есть ценности, незыблемая скала». То есть есть шкала ценностей. Она, к сожалению, в значительной степени оказалась разбита в силу многих-многих причин. Я убежден в том, что пока мы не восстановим эту шкалу ценностей, нас никакие ни экономические модели, ни управленческие не спасут. И вот в этой ситуации вот эти коллективные усилия школы, педагогов, не очень часто удачные, для меня сегодня кажутся не менее важными, а может быть и более важными, чем все остальное. Поэтому давайте мы будем говорить сегодня о школе, о педагогах, о том, что болит, потому что болит очень многое, и мы несовершенны. И я надеюсь, что у нас будет с вами нормальный человеческий разговор. Хорошо? Пожалуйста. Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, как вы пришли к школе? И кто привел вас к выбору вашей профессии? На чьем примере? Спасибо. Ну, у меня все очень просто. Потому что, во-первых, я в школу пришел, потому что у меня всегда были замечательные учителя, я о некоторых хотел бы сказать. Но первая учительница была мама. Это учительница русского языка и литературы. И с молодых ногтей, во-первых, она просила меня проверять вместо нее тетради. Ну, не вместо, а вместе. Кстати, очень хорошая была тренировка грамотности, да? Потом, как любой учитель, она должна была давать там классные часы, она мне поручала, и вдруг я почувствовал, что мне это жутко интересно. И что я уже там в 9-10 классе владею аудитории. И меня это грело вообще, честолюбие грело. Но ведь самое главное в педагогике – это волшебные встречи. И вы знаете, я никогда не забуду, 8 класс к нам пришел довольно странный учитель русского языка и литературы, Адольф Иванович Тиханов его звали. Он был довольно как-то странно выглядел, очень здорово хромал. И вдруг он дает тему сочинения «Моя правая рука». Ну, какую-то ерунду мы писали, сколько пальцев. Когда мы это написали, 5 минут он собрал и стал читать стихотворение Назыма Хикмета. «Моя правая рука, когда мне стыдно, она закрывает мне лицо. Когда мне больно, она ложится на сердце». И мы поняли, что существуют какие-то другие способы письменной речи. Потом у нас совершенно потряс. Вдруг он пришел и стал читать наизусть поэму Багрицка «Дума об Апанасе». Мы никогда не видели, что, оказывается, наизусть может целую поэму. Он завел ребят, пацанов. Мой коллега и товарищ по партии Женя Крат, который стал инженером, он выучил наизусть Евгения Онегина. Я назло ему демона. Вот понимаете, я хочу сказать о том, что здесь, конечно, очень заразительно. И вдруг я понял, что вообще существуют удивительные люди. И вот эта сама передача знаний может быть праздником. И дальше мне очень везло. Вот поверьте, до сегодняшнего дня мне просто судьба послала большое количество людей. Ну, небольшое, оно не бывает большое. Перед которыми хотелось все время встать на цыпочки. И судьба послала возможность общаться с Булатом Акуджавой, с замечательным Аркадием Стругацким, да, с замечательным священником Александром Менем. Вы знаете, вот все время, если ты смотришь на этих людей, хочется подняться на цыпочки. И вот все время везло. Хотя, может быть, и не так это, потому что я никогда не забуду, однажды я был совсем молодым учителем и директором, мне было всего 25 лет, но я был одним из самых молодых директоров в Москве. И я делал спектакль о Булате Акуджаве при жизни, чтобы нарушить эту печальную русскую литературную традицию, о которой Пушкин сказал, они любить умеют только мертвых. И я довольно нахально, я поехал к Акуджаве, встречался с Адельманом, вдруг я говорю... Ну, я же был потрясен. Мы влюблены были в эти тексты, в эти песни, в эти романы. Я говорю Натану Яковлевичу Адельману: я такой счастливый. Вот я с вами познакомился. И мудрый историк мне говорит: Евгений, запомните, каждый в своей жизни должен познакомиться с тем, с кем должен познакомиться. То есть это не случайная случайность. Поэтому путь в профессии очень простой. Повезло с учителями. От мамы до сих пор везет.
Поверьте мне, есть у кого учиться, причем здесь и молодые учителя сидят, немножко, которые у меня работают. Поверьте, я у них тоже уже могу учиться, потому что это другое поколение, это другие мозги. То есть надо просто понимать, что если говорить о так называемых компетенциях учителя, знаете, какая самая главная? Самому учиться все время. Это главная компетенция, да? И второе, не считать, что ты Бога взял за бороду. Я прошу прощения за немножко вульгарный такой стиль. Вообще детям глубоко все равно, кто к ним входит в класс. Академик там, доктор наук там, автор каких-то книг. Тут каждый раз надо доказывать, что ты не медведь. И это так бодрит, между прочим. И это так позволяет вообще держать себя в тонусе, несмотря на годы. Я считаю, что это замечательная профессия, тяжелейшая. Это каторга. Но если ты это любишь, это сладкая каторга. Вот отсюда путь в школу, вот и все. Александрович, знаете ли вы судьбу своих первых учеников? И сколько учеников у вас было за вашу профессиональную жизнь? Ну, вообще-то очень много, конечно, было учеников. И вот даже в той школе, где я работаю 39-й год. Вот. И, ну, конечно, это тысячи людей. Многих учеников вы знаете, они в медийном пространстве, они там на экранах бывают и так далее. Я мог бы о них рассказывать, хвастаться, но у меня другая позиция. Она заключается в том, почему я этого не делаю. Потому что для меня, вот вы знаете, сегодня огромную ошибку мы совершаем вообще в нашем образовании. Вот я в какой бы регион ни приезжал, а мне много приходится консультировать людей. Ну, потому что по работе с больными детьми, у меня есть такая специальность, и у нас учатся дети и больные, и здоровые, и инвалиды и так далее. И вот приезжаешь в какой-то маленький город. Там население-то всего 150 тысяч. Идет отчет там, конференция, и они хвастаются. Столько-то учеников на 100 баллов сдали ЕГЭ. Я однажды сказал, вам не кажется, что вот маленький город, что те, кем вы гордитесь, точно от вас уедут? В Москву, а может и похуже, куда-то за рубеж, где лучшие условия для обучения. С кем вы останетесь? Вот с теми, кем мы не привыкли гордиться. Для меня совестливая, нормальная медсестра стоит не дешевле, как результат работы школы, чем доктор наук или медийная персона. Скажите все-таки, а чем вам не понравилась обычная стандартная школа? И хотелось бы поподробнее услышать, как вы создавали свою школу и чем она отличается от других школ? И кто ваши единомышленники? Понимаете, какая вещь? Вот все же это должно вырастать из реальных проблем, из реальных угроз и вызовов. Мне уже в конце 80-х годов было понятно, что ситуация будет очень тяжелая. С контингентом учащихся. У них будут трудности в обучении. Это не значит, что они больные, там, инвалиды. Но это особая, так сказать, такая ситуация. И было понятно, что нужно строить таким образом модель школы, чтобы не ребенок приспосабливался к школе, а школа приспосабливалась к любому ребенку вне зависимости от его состояния психики, здоровья, склонности и так далее. Отсюда возникла вот эта идея адаптивной школы. Ну, то есть школа должна адаптироваться. А значит, там должны быть возможности для одаренных, хотя с ними тоже очень опасно. Вы не думаете, что одаренные – это те дети, куда можно ногами впихивать колоссальное количество знаний. Вот Надя Рушева почему-то долго не живут. Потому что Бог что-то дает, а что-то забирает. И они очень тонкие, как хрустальные вазы. И для такого ребенка, если он там не победил на международной олимпиаде, это может быть, ну знаете как, источником суицида, полного, так сказать, фиаско и так далее. То есть было понятно, что дети рождаются разными. Увы. И стандартная школа с одинаковыми программами, с одинаковыми учебниками, когда все строятся в колонну по четыре, она будет проваливаться. И вот так стала возникать эта адаптивная модель, и она стала комплексом. Сейчас это модно, а тогда это было запрещено.
Почему там детский сад? Чем раньше мы проведем диагностику ребенка, чем раньше мы увидим его проблемы, тем у нас больше времени привести его в школу в сохранном, хорошем состоянии. Вот я один пример вам приду, чтобы было понятно. Вот мы в этом году, ну мы же все сдаем единый государственный экзамен. Мы за одну девочку волновались. Ну, потому что она блестящая алгебра. И, как говорят дети на своем сленге, полный тормоз геометрии стереометрии. У меня нет времени подробно медицинские вещи, да я и не имею права, это диагноз. Но суть такова, когда были стремительные роды, там была проблема, и ее тащили там щипцами, и в подкорке там небольшое пятно образовалось. Интеллект в норме, прекрасный ребенок. Но у нее отсутствует пространственное мышление. Она что, виновата? Если бы она попала в детский сад, мы вовремя продиагностировали, в начальную школу, мы бы облегчили этому человеку жизнь, понимаете? Поэтому сочетание, ведь педагогика девушка очень ветреная. Эта девочка, меня не слушайте. Она не моногамна, она полигамна. То есть она дружит со всеми, с медициной, с психологией, с философией, с культурологией и так далее и тому подобное. Поэтому здесь сегодня педагог очень должен быть оснащен. И вот эта адаптивная школа, вот она для этого возникала. Только быстрых результатов в педагогике не бывает. То есть надо было обучить людей, начиная с детского сада, профессионалов, начальную школу, для того, чтобы они могли работать с очень разнородным контингентом учащимся, где, как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре. Потому что проще всего отобрать себе только самых сильных, ну, лицей, гимназия. А ведь это очень важно. И вот если вы меня спросите, какую тему я считаю главной, наверное, я в ваших глазах очень многое потеряю. Да вот не обучение, как ни странно. Я скажу почему. Я считаю, что сегодня, когда все так напряжено по многим причинам, главная задача – это профилактика ненависти, агрессии. Людей надо учить вместе. И вот эту профилактику ненависти и агрессии, знаете, был замечательный поэт Александр Галич. И у него была великая поэма о великом польском враче, педагоге, сказочнике Корчике, который добровольно пошел с детьми в газовую камеру. Ему даже фашисты предлагали остаться, рассказывая сказки. И вот там от имени Корчика Галич как бы пишет: «Я старался, делал все, что мог. Не просил судьбу ни разу высвободи. Но скажу на самой смертной исповеди, если есть на свете детский бог, все я, Боже, совершил сполна, где, в которой расписаться ведомости, об одном прошу, спаси от ненависти. Мне не прочитай сам». В предисловии своей книги «Педагогический Декамерон» вы рассказали, что на студенческой практике в школе вы потерпели фиаско. Почему? И я так думаю, что до сих пор эта фиаско наша армия педагогическая терпит. В чем причина? Я отвечу. Здесь очень много причин. Вы не поверите. Я вам правду скажу. Да, да, вы не поверите. Вот я вроде как там, убеленный сединами, да? Автор книг. Я до сих пор периодически терплю педагогическое фиаско. Потому что я уже говорил, что жизнь так стремительно меняется, и неожиданностей столько. Если говорить о начале пути, ну мы же все молодые снобы. И мы, приходя в педагогический вуз, считали, что если мы блестяще знаем предмет, ну вот моя профессия историк, я приду, и все дети будут, вы знаете, прямо открыв рот слушать. Я вошел и вдруг увидел, что ну где-то минуты 4 я продержался. А дальше кто-то начал вертеться и так далее. Методики никакой. Знаний психологии детей никакой. Я такой красивый, но я же не актер, это актер может держать долго, да? Хотя учитель тоже должен быть актером. И стало очень понятно, что занудные педагогические предметы, которые мы презирали в ВУЗе, методика, психология, это та альфа и омега, без которой ты ничтожество в классе. И пришлось заниматься. Но дело не только в этом, понимаете? Сейчас еще сложнее. Вот я... Ну, вот так получилось, что я один из авторов, разработчиков новых профессиональных стандартов педагога. Вокруг этого ломается очень много копий, меня критикуют, я понимаю, за что. Но я глубоко убежден вот в чем. Я убежден в том, что так сегодня изменилась жизнь,
И такие новые вызовы, ну, смотрите, не было такого количества детей с проблемами, как сегодня. И сегодня, когда мы говорим инклюзивное образование, где должны вместе и больные ребята учиться с ограничением, но ведь учителя никто этому не обучал. Это можно себе представить положение учителя, ты входишь в класс, там есть дети сохранные, есть девочка на коляске, причем с поражением центральной нервной системы и прогрессивно, учить всех их вместе надо, но учить учителя, да? Ну и самое-то грустное, что за последние 20 лет у нас так было построено педагогическое образование, что в основном теория живых детей будущие педагоги почти не видели. Там по программе 40 часов практики за 4 дня. А профессора, которые там преподавали, они тоже видели живых детей лет 30-40 назад. В результате молодые будущие учителя приходят, и они в ужасе, они боятся современных детей. Понимаете? А сегодня такая высокая профессиональная планка сама жизнь заставляет. Я надеюсь, что мы все-таки будем обучать, потому что, вы знаете, до сих пор, вот я просто думаю, что у нас, ну, мы немножко мы измучили людей. Реформа за реформой шла, все это называлось реформой образования. И между тем был великий русский педагог, к сожалению, почти забытый, Ушинский. Он говорил, что никакая реформа образования, никакая реформа школы невозможна иначе, чем через голову учителя. И вот, наконец, сейчас стали думать о том, а что же сделать с головой учителя. Потому что, правда, дети очень серьезно изменились. Очень много произошло изменений в психологии, восприятии этого мира. А в целом педагоги оказались не готовы. Отсюда наши и провалы в этой ситуации. И в этой, я думаю, что вот я смотрю, здесь молодые люди сидят, девочки, идите в эту профессию. Это здорово интересная профессия, мне так кажется, да? Мы-то, собственно, уже на выходе, старшее поколение, и надежда на вас, потому что дистанция возрастная у вас меньше с этими ребятами. И отсюда даже в лексике, даже в неких реакциях. И поэтому я очень радуюсь, когда появляются молодые лица, молодых учителей. Вот некоторые из наших учителей здесь сидят. Вот. Им и дерзать дальше. А вот наша задача их научить и передать то, что мы умеем. У нас тоже есть свои достоинства у пожилых людей. Вот так бы я сказал. А потом ведь это есть еще одна такая очень интересная вещь. Когда мне говорят, вот как это от возраста, вот поверьте, я глубоко убежден, что не гендерный там мужчина или женщина, хотя все говорят, мужчин не хватает, это правда, не возраст, не это самое главное. Поверьте, я до сих пор знаю и вижу людей 65-70 лет педагогов с горящими глазами и 25-летних с тухлыми, которых я в школу вообще бы не пускал, понимаете? То есть это вопрос еще внутреннего состояния человека. Потому что можно формально преподавать, но тогда тебя вынесут из класса. И потом поймите, что никто из нас не застрахован от ошибок. Вот вы сказали про Декамерон, а там половина про мои просчеты, про глупости. Ведь на самом деле как-то странно была устроена строй педагогики. Все педагоги, хорошие педагоги, я их многих знал лично, они как-то пишут о победах. А вообще это неправильно. Я думаю, что на ошибках учатся, и вот я начал, я думаю, что книга педагогических ошибок – это вот такое методическое пособие для тех, кто пойдет в 18, понимаете? Вот так бы я сказал. Да. 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 Скажите, современный учитель является ли непререкаемым авторитетом для ученика? И если нет, то кто и что является ему конкурентом? И как учителю вернуть свои позиции? Спасибо. Понятно, да? Ну, я вам скажу прямо. Конечно, современный учитель не является непререкаемым авторитетом для ученика, что лично меня очень радует. Знаете, не створи себе кумира, сказано в одной древней книжке. И в этой ситуации мы работаем в очень жесткой конкурентной среде. Ну, во-первых, она бодрит, понимаете? Если ты вдруг подумал, что ты непререкаемый авторитет, вообще надо из школы уходить, я считаю. Просто сразу. Ну, потому что не должно быть. Нет, понятно, что в чем может быть авторитет? В некоторых, ну, как вам сказать, нравственных, этических позициях, да? Но, тем не менее, я еще раз хочу сказать, средства массовой коммуникации, интернет, телевидение, шоу – это все конкуренты учителя. Но на эту тему можно плакать и посыпать головы пеплом. А я считаю, что это непродуктивно. Ведь шоу может быть, это просто форма. Оно может быть духоподъемным, а может быть пошлым. Понимаете?
Да, они избалованы контентом телевидения. И нам приходится, извините, просто вставать в очень сложные позиции. Ну, представьте себе, мне много лет, и мы делали один из праздников на арене цирка. Ну, так случилось, у меня в молодости я в цирке работал довольно много. Я немножко представляюсь, мне пусть и медведи, с детьми было легче немножко работать уже и так далее. Но представляете себе доклад директора об истории школы на арене цирка. Это бред сумасшедший. Значит, поэтому мне пришлось скакать с ребятами на коне, петь с этого коня, а учителям на коньках работать. Это не во имя того, чтобы выпендриться. Учитель все время должен доказывать, что он что-то еще умеет. Понимаете? Да. Александрович, как известно, в школах есть дети – отличники, двоечники и троечники. Бывают ли неспособные дети? Или это неспособные учителя, не готовые детей заинтересовать, воспитывать и обучать? Спасибо. Значит, здесь уже все сложнее. Понимаете, вот в годы советской власти, а я же работал, как вы догадываетесь, и при советской власти, и при перестройке, и при перестрелке, и в 90-е, и так далее, и так далее. Был такой, я бы сказал, довольно ложный тезис. Нет неспособных учеников, есть неспособные учителя. И вот под этим трендом, под этим девизом, в школах, ну как сказать, старались скрывать там двойки, тройки, тем более раньше-то было просто сделать, ЕГЭ не было, ГИА не было. Рисовали и так далее. Все значительно сложнее. Ну, во-первых, конечно, есть неспособные формальные учителя. Это массовая профессия. И на 10 человек, значит, будут там, я не знаю, там 3 каких-нибудь там сверхталантливых, там просто способных 4, а еще и никуда не годные. Потому что с точки зрения социального престижа, там статуса, мы же не можем сказать, что очереди стоят, и мы как в кастинге отбираем одного из 10. Надо честно говорить, профессия массовая. Да, бывают неспособные учителя. Второе. Да, бывают неспособные дети, но тут давайте немножечко подробнее. Я знаю очень большое количество ребят, и судьба их сложилась очень хорошо. Ну вот есть, например, такая вещь, называется она дислексия, это дисграфия. То есть, грубо говоря, вот так устроен мозг, что такой ребенок делает 50-70 ошибок. Он слоги переставляет там и так далее. Но из них часто получаются удивительные, я не знаю, музыканты и так далее. Поэтому в какой-то степени вот наши абсолютно стандартные программы, они не... То есть вообще неспособных не бывает. Только один способен к одному, а другой к другому. И понимаете, вот здесь мы только в самом начале этого пути. Потому что вот чтобы каждый ребенок нашел свою экологическую нишу. Ну вот у нас есть центр досуга в школе. Там кузнечное дело, гончарное производство, ювелирка. Но вот вообще должно быть достойно уважения все. Вот победитель международной математической олимпиады, хай-класс, способный. Но победа, скажем, в ювелирном деле – это другая способность. Вот о чем речь. Почему я говорю об адаптивной школе? Потому что на самом деле каждый для чего-то родился. Поэтому тут огромный перечень проблем. И я еще раз не обеляю всех учителей. Есть учителя, которые действительно выучат очень много ребят. Но есть тех ребят, которые не выучат. Потому что на самом деле там другие проблемы. Есть медицинские, психологические, проблемы здоровья. Это огромная комплексная проблема. И она должна решаться ювелирно, исходя из знаний хороших. Здоровья ребенка, психологии ребенка, особенности его развития. Это целая наука. Тут нет универсальных рецептов, понимаете, да? Да. Уважаемый Евгений Александрович, у меня простой вопрос, но очень нужный для отношений в школе. Как показывает ваша практика, когда ученик говорит: «Мне не нравится учитель, поэтому я плохо учусь». Это лень или правда? И как найти выход из этой ситуации? Ну, во-первых, совершенно понятно, что любовь, особенно маленького ребенка, там, 5-й класс, 6-й, к предмету начинается с любви к учителю.
И, кстати, иногда это, знаете, я прошу прощения чуть в сторону, но мы же не можем только серьезно. Вообще педагогика должна быть еще и веселой. Нельзя с постными физиономиями. Я один пример вспомнил, он немножко есть у меня в Декамероне. Это так случилось. Но, знаете, вот учителя – это замечательные люди, но у них очень мало времени на личную жизнь. Это большая проблема. Они сердце дают детям с утра до ночи с детьми. Я никогда не забуду. Была ситуация, когда один из моих хороших знакомых и состоятельных людей, он влюбился в учительницу. Вернее так, он вдовец. Сначала влюбился в ее предмет сын пятиклассника, а потом подтянулся папа. Значит, тоже. Он стал за ней ухаживать. Ну и потом, а мы друзья, говорят, слушай, Ямбург, ну учителя у тебя. Говорит, я пригласил его, подарил цветы. Привел в ювелирный магазин. Говорю, дорогая, выбери себе бриллиант. Она, говорит, опустила глаза. Говорит, а можно компьютер для класса? Понимаете? Так вот я хочу сказать, возвращаясь к вашему вопросу, да? Конечно, вот обаяние учителя – это, ну как вам сказать, альфа и омега. Но с другой стороны, вы знаете, какой у меня вопрос? Когда очень сладенько, тоже плохо. Объясняю, почему. Вообще вот вам в жизни, мне в жизни, нам что, приходится работать только с теми, кто нам очень нравится. Да, конечно, хочется, чтобы было вот так вот. Но есть люди очень жесткие, требовательные, чей вклад в свое образование ты оцениваешь, когда прошли годы. Понимаете, как все? Это все очень диалектично. Я не говорю, что детей надо унижать. Я не говорю, что надо, так сказать, их там не любить. Но, извините, вот тут, понимаете, это как два плеча коромысла. Это не так и не так. Это всегда вот это чувство меры. А вот это уже искусство. Понимаете, да? То есть не так и не так. Да. Евгений Александрович, что делать педагогам, если родители настроены по отношению к ним враждебно? Ой, это очень тяжелый вопрос. Потому что у нас сегодня вражда может возникнуть на любой почве. Однажды мне очень серьезно учил Булат Шалыч Акуджава. Он рассказал историю, которую я не очень могу передавать. Видимо, еще живы люди. Но там была какая-то очень жесткая критика его. Причем совершенно несправедливая. И я, говорит, этой женщине написал письмо о том, как расстреляли отца. Как посадили маму. И говорю, как вы этой догматичке писали? И Булат мне говорит, слушайте, ну она же человек. И кончилось тем, что она его пригласила себе пожить в Санкт-Петербург. Они подружились. Вы знаете, вот это умение из врага сделать друга, к сожалению, это наша профессия. Понимаете? Потому что на самом деле, ведь от чего идут эти скандалы, конфликты и так далее? Они идут от страха. И любая мать стремится, как тигрица, защитить своего собственного ребенка, да? И часто мы, конечно, проявляем непрофессионализм. Я никогда не забуду. Вы знаете, однажды меня... Вот я говорю, нам все время учиться надо. Приходит мама ко мне на прием. И вдруг она выкладывает парикмахерские инструменты. Я говорю, слушай, что это такое? Что происходит? Вы знаете, Генис, я парикмахер. Вот вам инструменты, стригитесь сами. Меня никто не учил педагогике. Это вы мне должны сказать, чего делать. Понимаете? Она умыла и правильно сделала. Мы сами часто не знаем этих ответов. И поэтому максимально... Нет, это не значит, что их надо сажать на шею родителей. Потому что иногда требования бывают и непомерные. И, как вам сказать, очень тяжелые, потому что это амбиции. Особенно сейчас, когда есть целое поколение молодых, успешных людей, которые считают, что они вправе обо всем рассуждать. И они требуют многие вещи, которые делать нельзя. У нас детский сад, говорит, немедленно нам с 2 лет иностранный. Говорю, никогда этого не будет, потому что по всем законам психологии, когда пока ребенок не овладел еще родной речью, бессмысленно с 2 лет обучать. У них много очень таких, знаете, представлений сегодняшнего дня. Вот сейчас появились такие учебники, очень смешные. Я считаю, что они очень вредные. Ну, например, я видел учебник, называется он «Экономика для самых маленьких». Чтобы они уже с горшка занимались рынком. Ну, нам, например, есть задача. Как на свете то зовется, что за деньги продается. Это не чудесный дар, называется товар. Да, там, значит, есть... Там, значит, есть уже сказки новые, когда Мишка занимался бизнесом. Он, конечно, продавал мед. А по-английски промоушен, а по-русски впаривал сорока. Ну и так далее, и так далее.
Вот этого делать нельзя, потому что есть уже исследования, показывающие, что слишком ранняя такая прагматика, она меняет шкалу нравственных ценностей ребенка. Дети вырастут, они своих родителей в пансионат-то сдадут. И еще богатые заплачут, понимаете? То есть первое, я не к тому, что нужно идти во всем на поводу. Мы профессионалы. Это одна сторона. Но с другой стороны, раз мы профессионалы, то максимально стремиться снять конфликт, это еще одна наша новая задача, хотя она не новая. И если говорить о главной науке педагогики, ее опять формулировал Булат Шалыч Акуджава. Это святая наука расслышать друг друга. Вот я так считаю, понимаете? Евгений Александрович, и раньше считалась школьная программа очень перегруженной. А что вы скажете про сегодняшний день? Вы знаете, это очень противоречивая такая история. Я опять начинаю, знаете, как вот Карфаген должен быть разрушен. Вот не двух одинаковых детей. Вот представим себе, что, например, ребенок страстно увлеченный математикой, и такие есть, к счастью, да? Для него там и 5, и 6 часов занятия математикой – это удовольствие. Вот для него она не перегружена. А заставь, например, другого ребенка, ну, как учить китайский язык, который не пригодится, она будет перегруженной. Тут существует, еще раз, это очень тонкая вещь. Боюсь, что, чтобы не успеть аудиторию, вот у нас, как вам сказать, вот мы сейчас пробуем то, что называется таким очень тонким профессиональным словом, значит, да? Ну, вот смотрите, вот 7 классов на параллели. 7 седьмых. И вот урок математики во всех 7 классах идет в одно и то же время. И там 8 групп. И ребята выбирают, кто-то идет на очень сильную группу математики, а кто-то очень слабую. Стандарт минимум, там везде один и так далее. Можно переходить. Но, скажем, по математике ты попал в слабую группу, а на литературу ты можешь попасть в сильную группу. Понимаете, да? То есть это очень сложные технологии. Я не хочу это долго все это объяснять. Это правда очень сложно. Но люди действительно рождаются не одинаковыми. И это надо как-то учитывать. Но понимаете, сейчас это тоже очень трудно объяснить, потому что, с одной стороны, вот согласись, вот должны быть хорошие, фундаментальные человеческие знания, потому что сегодня мы дошли уже до такой ситуации, что когда были опросы населения, и многие искренне считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Я объясняю, астрономию мы сняли давно из-за перегрузки. В школьных предметах нет астрономии. И мы часто уже приходим к какой-то средневековой картине мира, понимаете? Это, знаете, вот лет 5 назад еще были золотые медали, сейчас их отменили, потом вернули, потом опять отменили. Мне один медалист сказал изумительную вещь. Говорит, Евгений Александрович, у меня знания обширные, но очень смутные. Это правда, потому что, да? Вот. Многие считают, что с реформой образования исчезнут авторские школы. Сейчас в Карелии закрыта школа Сергея Семенова. Он учил детей с девиантным поведением. Были реальные замечательные результаты. Нам не нужны хорошие люди? Спасибо. Да, я должен сказать, что нам с вами нужны хорошие люди. Это не вопрос. Я тоже скорблю, потому что сейчас тенденция, на мой взгляд, довольно опасная наблюдается. Я прямо о ней и говорю, и пишу. И в прессе, и по радио выступаю, и так далее. Понимаете, что произошло? Вот взлет и развитие этих авторских школ, а я это все очень хорошо помню, это конец 80-х, начало 90-х годов, когда возникли школы и Дубельского, и многие других, и школы девиантного поведения, для детей с девиантным поведением. И, на мой взгляд, лукавят те, кто называет эти годы лихие 90-е. Они были сложные, но там была дана мощнейшая свобода школам. И в этой ситуации государство не так активно выстраивал их в такой, знаете, вертикальный ряд. И вот здесь, во-первых, это все-таки требует, ну, как вам сказать, некого гражданского мужества, потому что ведь еще и финансирование, да? То есть такие школы требуют особого финансирования, особого подхода. Любая бюрократическая система, она хочет все нивелировать. И то, о чем вы говорите, правда. И нам эти люди нужны как воздух. Это те
мастера, на базе которых должны учиться все мы. Потому что кроме больных детей, кроме детей с ограничением здоровья, никуда не делись девиантные дети. Понимаете? Коррекционные школы сегодня во многих регионах закрываются. Что тоже ужасно, хотя они тоже бывают разные, хорошие, плохие. Я вам скажу почему. Потому что взят красивый европейский тренд, то есть совместное обучение, инклюзия, больные, здоровые, но учителя не обучены. И это будет смерть и для здоровых, и для больных. Но содержание ребенка в такой школе обходится дороже, чем в обычной. И когда один замечательный человек написал, что те, кто экономит на школах, будут строить тюрьмы, он был прав. Понимаете? И эта ситуация наблюдается. Поэтому, конечно, там, где мы можем, мы стараемся защитить, вот через совет по общественной при министерстве. Но вы правы, это тревожная тенденция, она имеет место действительно быть. Здравствуйте. Есть ли у вас прозвище и зачем у вас в школе так много кружков и секций? Спасибо. Конечно, есть. А как без прозвища? Несерьезно, да. Значит, прозвище «Шеф» — нормальное прозвище, да. Могло быть и хуже. Вот. Теперь смотрите, серьезнейший вопрос. Вы знаете, вот есть так называемое основное образование, есть дополнительное. У меня этот термин вызывает внутреннюю аллергию. Для меня это два рукава одной реки. Иногда усилия одного кружковода стоят дороже, чем всего мощного педагогического коллектива. Почему? Потому что дополнительное образование работает в психологической сфере клуба. То есть добровольное, туда не приходит насильно. Стандартов там, слава богу, нет. Вот душа поет, человек туда идет. И там его зацепить – это замечательная вещь. У нас в традиционном обыденном сознании родителей и даже учителей бытовала такая стереотипная форма. Вот если ты, паразит, получил двойку по математике, то на хор ты не пойдешь. Причем тут двойка по математике и хор? Пойдет пить водку или колоться в подъезд, давайте прямым текстом, да? Ведь все-таки ребенок должен найти свою нишу. Каждый в чем-то должен быть королем. Я уже об этом говорил. Один король на математике, а другой, извините, школьной парикмахерской или там в том же гончарном и так далее. Более того, вот научить ребят жить вместе. И в этой ситуации дополнительное образование, никакое не дополнительное, не бывает основного, и то, и другое это образование. Поэтому вот в этих комплексах, где и дошкольное, и основное, и дополнительное, вот они друг друга усиливают, получается такой резонанс. И тогда работать легче. И тогда можно найти ребенку вот то место, где он почувствует себя полноценным и нормальным. И если вы посмотрите на историю наших гениальных актеров, наших, я не знаю, конструкторов космических кораблей, то большинство из них начинало где? В кружках, в домах пионеров, в секциях. А потом это стало целью, смыслом жизни. Поэтому я за дополнительное образование. Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, вот как школа учит таким человеческим ценностям, как самоотдача, свобода и толерантность, таким понятиям, как дружба, предательство, подлость? Ну, вы знаете что, вот я глубоко убежден. Вы назвали сейчас один из терминов, который в стране сегодня, как правило, произносится отрицательной коннотацией, а мне очень больно. Вот термин «толерантность». Ну, во-первых, он переведен плохо, как «терпимость». И когда, говорит, Россия – дом толерантности, у всех возникает нездоровая ассоциация и так далее. Но если не нравится вам слово «толерантность», возьмите русское слово «великодушие». То есть умение почувствовать чужую боль, как собственно. Это было в русской культуре всегда, да? Как этому учить? Вот прийти и сказать, я вам сейчас буду читать лекцию про толерантность, лучше бы этого не делать. Понимаете? Я думаю, что в российской педагогике и психологии была изумительная психологическая школа Алексея Николаевича Леонтьева. Называется она «деятельностный подход». То есть не слова всякие говорить, а создавать такие модели взаимодействия,
где эти вещи отрабатываются и тренируются. И поэтому там разные модели были использованы. Но в частности, был такой момент, когда мы как бы стали заниматься, а я говорил, что педагогика девушкой ветреной, стали заниматься лечебной кинологией, то есть лечение детей с помощью собак. То есть вы видели парализованных детей с ДЦП, у них такие спастические движения руками, ногами. Вот. И это не лечится, это смягчается с помощью медикаментозных средств, с помощью физических упражнений. А им не хочется делать эти упражнения, как и нам зарядку по утрам, а еще и больно. Но когда это, я примитивно объясняю, мало времени, но когда такой ребенок тянется погладить хорошо адресированную собачку, он совершает все необходимые движения. Потому что живое, но нас-то интересует не только больные, но и здоровые. Потому что нормальный педагог с одного куста снимает несколько урожаев. И тогда мы придумали такую историю, что вот мы детей маленьких будем обучать, якобы, ну это игра такая, по программе «Юный хендлер». Хендлер – это кто на выставках показывает собак. И командует там сидеть, лежать и так далее. Ну вот обучили, специально адресированы, прошу не повторять эти опыты. Там проверка на аллергены, то есть понимаете, да, как в рекламе не повторять. А потом мы вот с этими детьми детского сада, здоровыми, пришли к больным. Вот у этих детей, здоровых из детского сада, был шок. Мы много болтаем про безбарьерную среду, но они никогда не видели такого количества колясочников. Но тут есть еще один удивительный психологический закон. Он называется «общение через третий субъект». Объясняю на пальцах. Когда в богатых странах муж и жена на грани развода, между ними появляется психотерапевт. И через него идет общение, снимается напряжение. Вот такими психотерапевтами были собаки. И уже через 10 минут смешались здоровые, больные, началось общение. Вот начался вот то, что вы спрашивали. Вот и есть воспитание. То есть меньше болтовни, а больше реальных моделей поведения детей. Вот как-то так. Евгений Александрович, есть такое понятие – мотивация ребенка к учебе. Но непонятно, чем мотивировать. Ну, во-первых, конечно, один из мощнейших способов мотивации – это увидеть рядом с собой человека, который как воронку тебя втягивает в это, понимаешь, которым ты восхищаешься, да? Я еще раз говорю, вот я мало сказал сегодня, это великий философ был, культуролог, человек, который воевал, прошел войну, потом сталинские лагеря. Его книги сейчас читает весь мир, это Григорий Александрович Померанц. Вы знаете, я когда, ну, уже в зрелые годы, я его читал книжки, но одно дело, а когда вот так ты видишь масштаб этой личности, да, и это, вот мотивация эта, конечно, это втягивает. Можете как угодно ко мне относиться, но мы ввели несколько лет назад, что идет рейтинг, то есть дети там соревнуются там за успеваемость и так далее, подсчитываются баллы, потом дается такой сертификат, валюта такая, с физиономией директора, да, а потом это меняется на деньги, потому что это тоже труд. Потому что это тяжелый труд. Учеба – это не легче. Вот поверьте, кто работает, вообще легче работать много, чем вот, ну, учиться, да? Почему не награждать и денежными премиями? Понимаете? То есть не или-или, а и-и. Поэтому стимул. Что же касается палки, интересный разговор у меня был позавчера. Пришел очень интеллигентный человек, там, ребенок очень интересный и так далее. Ну и знаете как, разговорились по-человечески. Говорит, знаете, Евгений Александрович, вот я вовремя получил палкой по мозгам. Говорю, ну, человек уже серьезный, успешный, там, бизнесмен. Говорю, а можно подробнее? Знаете, у нас была классная руководительница. И я уже решил, что я уйду в ПТУ, там, то все пятое, десятое. А потом я пойду, там, офицерская, суворовская. Куда ты пойдешь? Ты же дебил, сказала она мне. Я бы ее уволил за это. Ну ладно. Я говорю, я бы такого учителя уволил. Да вы что, говорите? Я так обиделся, что так стал учиться после этого. Вот вам палкой, понимаете? Но нет универсальных приемов, понимаете? На одного одно действует, на другого другого. Это еще интуиция, понимаете? А могла бы мама его могла прийти и сказать, слушайте, ваш учитель, да ее нельзя подпускать в школу.
Она ж так оскорбила моего ребенка, я должен был бы принимать меры. Потому что кто же оскорбляет? Почему она же не диагноз назвала? В данном случае это же оскорбление было. Все может быть. Это такая, знаете, я вспоминаю один совершенно замечательный анекдот, очень старый. Потому что сейчас электронные журналы, сейчас электронные дневники. А анекдот такой, значит, разгневанная учительница пишет в дневнике еще в старые годы замечание там родителям. Вася плохо пахнет, Васю надо мыть. И на следующий день получает в дневнике ответ родителей, тоже чернилами. Васю не надо нюхать, Васю надо учить. Знаете, да. Здравствуйте. А вот если бы вы в своей школе стали закладывать капсулу с пожеланиями для будущего поколения, что бы вы пожелали? Спасибо. Я вам скажу то, что я бы в капсуле никогда не написал, но это будет честно. В капсуле надо что-то там такое писать и так далее. Понимаете, вот если говорить честно то, что сейчас происходит, мы, вот наше старшее поколение, мы оставляем своим детям очень тяжелый мир с огромным количеством открытых вопросов. Мы перед ними виноваты. Во всяком случае, мое и предыдущее поколение. Мы на многие вопросы ответы не знаем. И им придется отвечать на те вопросы, где мы оказались беспомощны. Мы сегодня не говорили об очень тяжелых вещах. Да сдвиг идет тектонический. Мы запутались, взрослые. Идет мощный конфликт цивилизации. У них будет очень тяжелая жизнь, у этих ребят. Потому что на самом деле, понимаете, для меня ясно одно. Чтобы разрулить эти вопросы, которые не имеют готовых решений, мы должны воспитать абсолютно внутренне свободных людей. Потому что раб не может решить сложный вопрос, он боится. То есть наша задача – расширить пространство внутренней свободы. Потому что будущий мир, он уже тяжелый. Знаете, был такой поэт Глазков, он рядом с Акуджавой жил. Он написал: «Я на прошлое взираю из-под столика. Век 20 век необычайный. Чем интереснее для историка, тем для современника печальней». И мы их не подготовили пока. А как готовить? Мы сами не знаем решений. Так вот, я думаю, я хотел бы пожелать им, во-первых, наращивание внутренних ступеней свободы. Раб не может ни один вопрос решить. А второе, потребуются люди, они уже требуются, способные к самоограничению, к аскезе. Понимаете? Ресурсы не беспредельны. Будущие воины будут с завода, а не за нефтью же. И это понятно культурологам. И я хотел бы пожелать этим ребятам ответить на эти вопросы достойно и не пытаться их рубить. Я с надеждой смотрю на молодых людей. Они, ей-богу, не глупее нас. Понимаете? В чем-то они неопытные, а в чем-то все-таки они не так зашорены, как мы. Вот вчера я был свидетелем удивительно красивых детских проектов. Защищался проект, ну, мы завершаем, называется «Неизвестная война». Это пока еще 14-й год. Ну, Первая мировая и так далее, да? Ну, значит, неизвестная. Полно в интернете материала, кто куда пошел, где Восточный фронт, где там французы, где немцы. И вдруг девочка берет проект потрясающий. Это была первая война, где была война пропаганды. И она на примере немецких, французских, российских газет показывает, как устроена индоктринация людей. И я, вы знаете, я ахнул. Это все-таки не оглупленное поколение, и они постепенно вырастают. Вот сегодня, мне кажется, нужна мобилизация всех культурных ресурсов для того, чтобы противопоставлять этому озверению, оскотиниванию людей, да? Когда самые первобытные инстинкты пробуждаются. И в этом смысле я вам скажу, как и историк, и культуролог, вот миф о Сизифе мне не кажется пессимистичным. Так было всегда. И когда мне говорят: как вы можете быть оптимистом? Я два примера привожу. Вот смотрите. Был такой проект, он вам известен, вы сейчас поймете, когда на самой окраине империи собрались один учитель и 12 учеников, и они невозможное задумали изменить себя и мир. Причем один ученик оказался неудачным, Иуда. Хватило на 2000 лет.
была такая маленькая школка. У меня же школа, холдинг, 2500. А была такая маленькая школка, всего 29 мальчиков. Называлась она Царско-сельский лицей. Хватило на 200 с лишним лет российской мировой культуры. Я к чему хочу сказать? Я глубоко убежден, что культура всегда развивается очагами. Не может, чтобы все были там культурные и так далее. И это как раз основа моего оптимизма. Понимаете? Это не в цифрах измеряется, не в охвате ЕГЭ там или ГИА и так далее. Тут действуют другие законы. Поэтому я вот в этих молодых людей верю. В этом основа моего оптимизма. Хотя мне, понимаете, да. Знаете, я с вами попрощаюсь. Вот я вам хочу сказать, при всех, помните, мы начинали, держим свой ВАДИ, но не отчаивайся. Потому что педагогика должна быть веселой. Занудные лица молодым не нужны. Нет, мы должны быть серьезные и веселые. Поэтому на прощание, ну, такой профессиональный анекдот. Вы знаете, пожилая ученица задумалась, пожилая, ну, моя ровесница, и такую сентенцию выдвинула, сама возгордилась. Она сказала, гениальная вещь, сказала, и все-таки наша профессия древнее. Вот. Я-то вообще сравнил журналистику, о чем вы подумали, я не догадываюсь. Все, до свидания.